Участники и посетители завершившейся международной выставки импортных товаров в Шанхае отмечали оригинальное оформление и наполнение российского стенда. Россию представили более 60 компаний из сфер авиастроения, энергетики, промышленности, культуры и туризма. У нас представлена здесь вся экспозиция, охватывает у нас не только какие-то макеты и образцы продукции российского производства, но также информацию, мультимедийный контент, который показывает производственные процессы различных отраслей промышленности, либо который показывает различные природные красивые заповедные места России, ее объекты культурного наследия, музеи, которыми мы гордимся. Например, это и Эрмитаж, и Пушкинский музей, и Российский этнографический музей. На площадке национального стенда особое место отвели зоне пищевых и сельскохозяйственных предприятий, которые производят мясные и морепродукты, мороженое и шоколад. Мы уникальная компания, потому что у нас находится 11 судов краболовов. Все производство крабов происходит именно там. И, повторюсь, это чистейшие воды холодного Баренцева моря, которые находятся максимально далеко от Японии. В сфере экологии, технологий и оборудования Россию представили промышленные предприятия, которые занимаются созданием станков, анализом материалов и получением водорода. Так, российский станкостроительный холдинг разрабатывает оборудование для высокотехнологичных отраслей промышленности. Сегодня компания активно обсуждает сотрудничество с китайскими партнерами. Стан является лидером станкостроения в Российской Федерации. Мы серьезно сотрудничаем с китайскими партнерами. В текущем году у нас заключены контракты, значит, с компаниями, которые выпускают ЧПУ, это Шинси. И мы планируем дальше не просто покупать какую-то продукцию, а совместно изготавливать компоненты как для станкостроительных заводов Российской Федерации, которые входят в стан, так и для китайских производителей уже конечной продукции станков. Выставка импорта в Шанхае всегда вызывает большой интерес у российского бизнеса. Две страны активно сотрудничают в экономике. Поэтому неудивительно, что в этом году на Экспо приехало в два раза больше компаний, чем в прошлом. Ожидается, что уже в 2023 объем товарооборота достигнет 200 миллиардов долларов. Это сделает Россию шестым крупнейшим торговым партнером КНР.